Первые 15 семей Нарьян-Мара получили по 1 миллиону рублей взамен земельных участков. Всего с момента действия данной нормы за компенсацией обратились 80 семей. Напомню, ранее администрация округа установила размер компенсационных социальных выплат взамен бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям региона под индивидуальное строительство в разных муниципальных образованиях. Альтернативный вариант для тех, кто не желает дожидаться земельного участка в Ненецком округе, рассматривался давно. Наконец, в окружной закон номер 79 были внесены поправки, которые разрешили многодетным семьям вместо земельного участка получить денежную компенсацию. Сумма будет зависеть от места проживания семьи. Зарегистрированной в Нарьян-Маре предоставляется компенсация в 1 миллион рублей. В поселке Искателей 600 тысяч, в сельском населенном пункте 450. По словам начальника управления имущественных и земельных отношений, разница объясняется кадастровой стоимостью земли. В трех разных зонах она отличается друг от друга. Еще один показатель, который повлиял на разницу в сумме компенсационной выплаты – стоимость жилья. Она также разнится в зависимости от удаленности поселения от столицы региона. Перемножив вот эти все два показателя по кадастровой стоимости и по стоимости жилья, мы вышли вот на такие коэффициенты. И округлив вот эти цифры, перемножив на коэффициенты, мы получили эти стоимости. Почему мы считаем достаточной эту сумму как для сельских населенных пунктов, так и для искателей? Мы запросили информацию банков, всех банков, запросили среднюю стоимость, во-первых, кредита и средний размер первоначального взноса на улучшение жилищных условий, когда люди берут кредит ипотечный на жилье. Исходя из всего этого, из комплекса вот этих всех показателей, цифр, мы и вывели вот такой дифференцированный подход. Анастасия Голговская подчеркнула, выплата нецелевая, то есть от многодетных семей не требуется отчета о том, на что были потрачены средства, а это значит, их можно использовать на покупку машины, мебели и других товаров. Выплата компенсации будет производиться в порядке очереди по годам с 2012 года. Срок зачисления средств на счет получателя – один месяц. Сегодня в очереди на получение земельного участка стоят 500 многодетных семей. 431 семья проживает в Нарьян-Маре, 47 в поселке Искателей и 22 в населенных пунктах округа. Валентина Чибичик, Леонид Шишелов, телеканал «Север».